Украинские новости на UN1. В минувшие выходные около 72 тысяч украинцев, живущих за рубежом, проголосовали на выборах президента Украины. 62,3% человек отдали голоса за миллиардера, владельца кондитерской империи Петра Порошенко. Этот результат даже лучше, чем на территории Украины, где за Порошенко проголосовали почти 55% избирателей. В то же время количество украинских эмигрантов, принявших участие в голосовании, оказалось ниже ожидаемого. Всего 72 тысячи украинцев проголосовали на 114 избирательных участках по всему миру, а это только 15% от общего количества людей, внесенных в списки для голосования. Хотя до выборов почти 400 тысяч украинцев, живущих за рубежом, изъявляли желание отдать свой голос. А вот в Украине явка избирателей превысила 60%. Но и этот показатель мог бы быть выше, если бы не сепаратисты, которые помешали проголосовать миллионам украинцев.